в СССР. Хочу туда, где плохо жили, страну с названием СССР, туда, где счастливо мы были и брали с Ленина пример, где у ребят кумир Гагарин, а Терешкова у девчат, и где мой дед еще тот парень в свои неполных 60. Хочу назад в страну советов, где пятилетка все строится и бам, туда, где нет авторитетов и есть доверие к ментам. Хочу туда, где рубль — деньги и настоящим был пломбир, где я иду с отцом в шеренге, крича по-детски «Миру мир!». Хочу на школьные линейки, где барабан и медный горн, где газ-вода по 3 копейки за двушку в будке телефон. Хочу туда, где я с авоськой бегу за хлебом в магазин и с хулиганом местным Колькой деремся просто без причин. Шоколадку съесть на морозе эскимо, нотации мамы для порядку за то, что не делал уроки, а с другом ушел в кино. Хочу туда, где жив Высоцкий, и в ноябре идет парад, где диссидент Иосиф Бродский в стихах ругает Ленинград. Как мы любили тот застой.